Воздвиженские ряды официально открыли свои двери. Магазин расположился на оживленном участке федеральной трассы, рядом с одноименным селом. До этого здесь работала небольшая торговая точка. Начиналось все с маленького павильона, который перешло в большой торговый центр. Стоим мы на федеральной трассе, людей с каждым днем все больше и больше приезжает к нам. 750 квадратных метров вместили в себя торговые точки нескольких продуктовых производителей. 150 из них отведено под собственное производство ремесленного зернового хлеба. По соседству расположились фирменные точки молочной и сырной продукции. Продукция очень хорошая, мне нравится. Когда мимо проезжаем, всегда заезжаем, берем. Отдельную зону занимает мясная продукция от местного производителя, вокруг которой развернулась бакалея и фруктово-овощные прилавки. В этом месте можно купить полный продуктовый набор домой или запастись товарами в дорогу. Да, он давно нужен был. Не хватает такого магазина, не хватало в этом районе такого замечательного, светлого, красивого, просторного. Прям шикарный магазин. Под занавес официального открытия воздвиженских рядов прошел розыгрыш ценных товаров. Те, кто совершил покупку на 1000 рублей, сыграли в лотерею. На кону были телевизоры, СВЧ-печи, наушники и роботы-пылесосы. Торговый центр ежедневно ждет посетителей с 8 до 20 часов. Наталья Зайцева, Алексей Максимов, Телемикс.